Как кот среагирует на мышку. Смотри, смотри, что есть. Смотрите сами, вот такой сундучок с сокровищами для кота. Конечно, кот еще маленький и не знает, что что-то его там сильно привлекает в этом сундучке. Ну-ка, ну-ка, посмотри-ка, что там. Ага, сам не догадывается открыть-то. Придется помочь. Вот она, мышка-то. Ах, убежала, убежала. Упустил. Ну, конечно, такой маленький, неуклюжий котенок. Но, как видите, он не отчаивается. Он ее собирается поймать. Смотрите, как он изменился. Был такой неуклюжий, маленький. А сейчас, смотрите, хвост-то, как у настоящего хищника. Вот он, ищет ее в зарослях. Вот, раз, смотрите, увидел ее. Смотрите, какой он резкий стал, а. Был такой неуклюжий, неповоротливый, а сейчас смотрите какой. Это вообще, какие изменения произошли в котенке. Вот что значит охотничий инстинкт. Он ее твердо намерен поймать. А хвост-то как играет. Видно, вот не зря говорят, что хвост кота выдает все его намерения, а. Очень хочется ему поймать эту мышку. Ну-ка, как ее достать? Давай, кот, старайся. Ты справишься. Вот он. А, она выскочила. Опа-на! Жалко, кто-то не попало в кадр. Фотоаппарат на штативе стоял. Но мышка поймана. Что с ней делать дальше, пока не знает. Поймал ее на свои острые зубы. И что теперь дальше? И отпустить страшно. Вдруг опять убежит. И что с ней дальше делать, непонятно. Рычит. Ой, страшным голосом рычит. Это котенок наш, милый ангел, так рычит страшно. Вообще, в это время, наверное, его даже страшно трогать. Какой маленький звереныш стал сразу, а? Все, давай, вот он. Думает, как же эту мышку выхватить, чтобы не упустить? Ну, природа подсказывает. Вот так вот, вот. К сожалению, мышка обречена. Хоть и котенок молодец. Маленький, все. Молодец. Вот она первая добыча у охотника. Ну и что? Ну как он ее съест? Однако же не отчаивается, продолжает есть. Он такой еще маленький. Он ел только молочко и корм из маленьких пакетиков для котят. Но что удивительно, мышку он сгрызает. Вы сейчас увидите, что он ее не просто ест, он ее съест. Всю, до последней капельки. Вот всю. Кажется, такая большая мышка. Как он ее может съесть? А он съест. Еще и рычит. Вдруг отберут кто-нибудь. В природе обычно мама-кошка ловит котят и приносит котятам, обучая их первым навыкам охоты. Но так как у нас мамы-кошки нету, приходится учить самим. Жалко мышку, но ничего не поделаешь. Вот так вот. Быстро он ее. Ну, конечно, здесь мы немножко повырезали. На самом деле, ел он ее гораздо дольше. Ну, чтобы вас не утомлять, мы кусочки повырезали утомительные. Ну вот остался уже фактически он лапка и вон хвостик один. Вот лапка торчит. А тут вот хвостик только последний. Все до последнего хвостика. Проглотил. Еще ищет. А нету здесь еще одной мышки? Нету? Нету. В следующий раз сам поймаешь. Вот такой защитник появился у шиншилл. Артур, белый рыцарь. Ну что ж, первое начало сделано. Мышку победил. Дальше будем обучать. Теперь наша задача приучить его к шиншиллам, чтобы он их считал своими и не вздумал на них нападать. Ну разве что только так, чуть-чуть поиграться. Впрочем, сами видите, что на шиншилл он не очень реагирует. Все-таки он их не воспринимает как добычу. Будем дальше воспитывать. Хотите узнать, как растет и развивается
котенок по имени Артур, белый рыцарь, тогда подписывайтесь к нам на канал, ставьте колокольчик, и мы будем вместе следить, как он растет, развивается и совершенствует свои охотничьи навыки. Всего вам доброго!